снова боль и снова я продолжаю, продолжаю я писать о жизни своей и о том, что за кадром это только то, что ты видишь воочию. А на самом деле мы далеки от того идеала, что ты видишь по телеку. Для каждого детства прекрасное время, а для него не лучшее. Да, были, конечно, счастливые моменты, но чаще худшие. Разве нормально малышу просыпаться от криков? Их не забудешь, сука, тебя под забором нашел. Заткнись, придурок, ребенка разбудишь. В действительности судьбы наши с ним ничем не близки. Просто одна и та же пуля влетела обоим в виски. Где мой дом? Маленькая Осетия, а его большой Детройт. Мы просто делаем то, что нам нравится, и каждый из нас свой мир строит. Где мой друг?